Салам алейкум. Сегодня на обзоре у нас будет еще один автомобиль Kia Sorento. Относительно недавно такой же автомобиль у нас проезжал с двигателем 3.3. Блок управления двигателем попал на стол. Блок у нас Delphi MT38. В бут режиме идет у нас чтение. Внутрисхемное программирование получается будет. То есть на столе блок. Так же как на том автомобиле, точно таким же мотором находится. Вот здесь, скажем так. Ждем окончания считывания. Файл прошивки уже у нас готов. Сейчас попытаюсь найти, куда я закинул. Тип процессора это C1775. Запись. Окей. Запись. Да. Ждем некоторое время. Пошла у нас запись. У нас операция завершена уже успешно. Так, идентификации тут, к сожалению, у нас нет. Придется ставить блок и проверять, что у нас с прошивкой. Сейчас сниму полностью проводку. Вот у нас уже установлен почти блок управления двигателем. Сейчас пойдем заводить автомобиль. Так, помощник говорит, уже готово, можно проверять. Включаем зажигание. Заводим автомобиль. Автомобиль завелся неплохо. Ждем, пока автомобиль переключится на газ. Так, где у нас газовая кнопка? Так, при переходе на газ чуть-чуть колбасит мотор. Так, оборот виляет, на заслонку тоже будет потом посмотреть. Катушки, свечи тоже надо будет посмотреть на автомобиле. Ну все, у нас автомобиль уже готов. Можем отпускать.